Здравствуйте, друзья! С вами я, Виталий Рафеев. И сегодня мне хотелось поделиться с вами своими открытиями в области получения результата. Очень часто мы можем наблюдать у себя в жизни такой феномен неприятия результата. Он нас не удовлетворяет, он нам не тот, который мы ожидали, не тот результат, на который мы рассчитывали. Почему это происходит? Это происходит вследствие того, что мы, когда движемся к нашим целям, выполняем множество задач, используем свои состояния, свои ресурсы, свои инструменты, которые мы называем самооценкой, самоуверенностью, самомотивацией, любовь к себе и ближнему и так далее. Эти все инструменты, эти все состояния помогают нам найти в себе энергию, силы, достижения своих целей. Но после того, когда на горизонте мы видим свет в конце тоннеля, тот самый результат долгожданный, для этого результата в нас самих очень мало места остается. Наше сознание, мы сами очень сильно заполнены нашими самооценками высокими или низкими, нашей уверенностью в себе и тому подобное. Эти состояния не позволяют результату быть принятым. И я бы хотел сегодня вам помочь и себе помочь в том числе принимать результат на 100%. В этом нам поможет сам результат. Он имеет два важных качества, или одно, можно сказать так. Результат всегда в настоящий момент первый и единственный. Именно это состояние нам необходимо использовать для того, чтобы результат был принят на 100%. Для этого мы должны понимать, что на первое место всегда должен выходить результат. Как только мы видим, что результат проявляется, скоро настанет этап принятия результата, то все наши состояния, все наши качества уходят на второе место, на третье место, на четвертое место, на пятое место. А впереди, на первом месте, единственным становится результат. Для этого очень простая практика. Практика ежедневного, утреннего настройки себя, начала дня. Для мужчин и женщин будет различная практика. Мужчинам необходимо с утра говорить, что я первый, я лучший мужчина. А женщинам необходимо говорить, что я женщина, единственная и неповторимая, бесподобная. Эти простые слова надо говорить с выражением, с чувством, с эмоциональным окрасом, энергично, заряжать свой день, начинать день с этих слов. Тогда ваш результат увидит, что вы настроены на результат, на получение результата. Это такой будет маячок, маяк, который будет показывать результату, куда он идет, кому он идет. Он идет к вам. 100% результат. Таким образом, друзья, сегодня я с вами поделился практикой достижения, получения результата после достижения цели. Желаю вам достигать вашей цели и получать 100% результат. С вами был я, Виталий. Пока.